Так, мы находимся также на Мамаевом кургане. Ленин, как всегда, так навсегда хранит наш народ памяти величайшем в истории войн сражений у стен Сталинграда. Фашистские вояки хотели увидеть Волгу. Красная армия дала им эту возможность. Так, а сейчас моя давнишняя мечта, это вечный огонь, рука держит факел, там нереально красиво. Вот смотрите, смотрите, вот это да, вот. Солдаты стоят на карауле. Это круто, это круто. Приезжайте в Волгоград, вам понравится. Подзамерз, правда, немного. Батарея еще начинает садиться, это гон. Мне надо самое главное, самое мое в курган. Классно, да? Нравится вам? Это гордость нашей страны, где я сейчас хожу. Мамаев курган, город Волгоград. Опа, чуть не упал. Здорово, пацаны. Так, а вот там виднеется родина-мать. Ну, очень все затуманено. Мороз на улице на самом деле жесткий. Сейчас вот тут вам покажу. Ощущусь и сам посмотрю. Вам покажу и сам посмотрю. Так, надо батарею экономить. Сейчас будет. Вот, вот тут я шел. Фотографировался около каждой. Вот там вниз спускаешься. Потом вниз, вниз, вниз. Ступеней очень много. Вот тут она виднеется. Так, вот это. Ой, какая там церковь. Я сейчас туда схожу. Вот там, вот видите, вдалеке за деревьями церковь. Так. Вот, виднеется родина-мать. Блин, ну ее не видно, капец. Гон вообще не видно. Вот, видите, какая красивая структура. Эта женщина держит, наверное, своего убитого сына. Это все из камня сделано. Это вообще жестко. Так, все, я отключаюсь.